Вась. Привет, ребята! Сегодня в США Memorial Day, день поминовения, посвящен памяти американских военнослужащих, погибших в различных войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимала участие. И отмечается он в последний понедельник мая. Сегодня у нас 29 число, понедельник. Мы тут с Багирой вышли на прогулку, и Бася, как всегда, она погуляет, а потом ей нужно еще полежать возле дома. Да, Басечка? Бася. Так что американцы посещают кладбища, потом у них всякие семейные мероприятия и пикники. Так что сегодня такой выходной. Все дома. Хорошая погодка, солнышко. Не жарко. Да, Бася? Бася. Ложись, Басюка. Ложись, буду тебя гладить. Ложись, Сюсечка моя. Возле нас живут эти мексиканцы, то у них уже пикник. Собралась куча людей. Уже отмечают, да, что-то жарят. Пикник у них, Васька. Так, у меня тут вафли с нутеллой. Нет! Вафли с нутеллой. Ем и худею. Смачного всем. Прикольный тут этот водопад. Водичка какая. Классно. Ой, брызги летят. Miles Veterans Memorial Waterfall. Дяденька. Так, моя уже маршрутка едет. Так, сейчас у нас 3 часа, еду еще этого Голдена выгуляю, то что утром с ним 8:30 гуляла. Что-то у нас тут с машиной случилось, чек горит, все горит, чек. Дима уже ездил, и этот восклицательный знак, короче, она как-то едет, непонятно. И Дима уже перед этим ездил к мастеру, он все проверял, ничего не нашел, и все это погасло. Сейчас опять это все горит. Короче, буду как-то ехать потихоньку, чтоб не дай бог это. Потому что, конечно, одна машина и не очень удобно. Ну так, если машина ломается, то все сразу, что я, что Дима без работы. Так что поехали. Ехать 5 миль, 20 минут, поехали. Ребята траву косят. Приехали на такой машине. Сейчас быстренько хоп-хоп-хоп. И сделают.
Здесь тут такая работа, переводить через дорогу. Стоят возле школы, возле церкви и переводят через дорогу. Так, я почти уже приехала. О, ну теперь ты сел, правда? Когда тебя просишь, те... Привет, подписчики! Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на... Ай, пошли. Видели? Но, все, но, пошли. Всем, всем интересна камера, все любят камер. Фух, гуляем. Гуляем с МГ. Папи, ты такой щенок еще. Щенок еще и дурка у него. Да. В клетке посидел возле вентилятора. Утром с ним погуляла. И еще в 3 часа погуляла. Налила ему там водички, долила. Еще нужно было его покормить. МГ, 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 МГ. Good? Good boy, good boy. Пошли гулять. Но, МГ. Веселиться. С машиной, в общем, что-то непонятно. Или батарея, или что, потому что она вообще плохо едет. Короче, газует. Когда стоишь, потом тебе нужно ехать, нажимаешь на газ, она вообще практически не едет. А потом, когда уже разгонишься, то уже газует, такое ощущение, что без тебя. И нужно только, блин, на тормоз нажимать. Сейчас я приеду, с ним погуляю, и Дима поедет на это, на сервис. Блин, на тот, что он ездит, сервис, 140 минут нужно ехать. Уже там главное, что был, и никакой ошибки не нашли. Если там ничего не покажет, то придется ехать на официальный этот, на официальный сервис. Да. На Toyota уже тогда придется ехать. Здесь у меня тоже ключи в локере оставь. Но! Ты посмотри на него. Смотри, все интересно. МГ. Копают, цветочки садят. Ключи мне тоже в локере оставили, и все, я сказали код от локера, и пришла, открыла. Довольный. Ребенок довольный, погулял. For rent. Вот так ставят таблички. И номер телефона оставляют. Как правило, еще пишут информацию, что сдается двухбедрумная или трехбедрумная. Тут ничего нет. Ой. Ну, к нему мне ехать 5 миль. Это уже, конечно, так, не очень близко, потому что 20 минут. А утром вообще, когда пробки, трафик, то показало ехать 35 минут. Если честно, туда 30 минут, назад 30 минут, и с ним еще погулять 30, то 1,5 часа выходит, то это так, поливают, да, у нас МГ, то это не очень уже прикольно получается. МГ! Стой! Ну ты МГ! Цветочки так. Идем сюда, идем. А тут видно, это вечером фонарики горят. Да, такие цветочки, МГ. Классно. Фонарики светятся вечером, небось прикольно. Пошли, пошли, давай, сейчас я посмотрю, сколько тебе еще гулять. За птицами бегать, веселиться. Там детки. Когда много зелени, то, конечно, прикольно. Там вообще, смотрите, сколько посадили деревьев. МГ. Так, вот так почту развозят на такой тачечке, да? МГ. Почту поехали, да? Развозить. Пошли, пошли гулять, пошли. Пошли. Все, лето уже наступило, жара. Домой еду еще 27 минут.
Фух, надо пойти в наш парк и узнать, когда бассейн открывается. Буду ходить на бассейн, туда плавать. В том году я что-то поздно узнала. Что-то собиралась, так и не пошла. А тут вообще бесплатный бассейн под домом. Чё бы не ходить. Пойду. Сейчас надо домой приехать, что забыла воду. Поставила на это, на тумбочку и забыла. Невозможно. Я уже, кстати, похудела на 5 килограмм и 400 грамм. Мне, конечно, эти выголы очень помогают ходить. Вот сегодня реально было 5 выголов, это 5 миль, да? 1 миля это 1,6 километров. Так что... И никаких занятий спортом не нужно. Выгуливаешь себе собаку и худеешь. Ходить уже так, типа, привыкла, конечно. Сначала было тяжело столько миль. Еще с Багирой же утром, в обед еще выхожу с ней, вечером гуляю. Так что уже так привыкла ходить. Надо, главное, не забывать воду брать с собой. То капец. А это дальше горит чек. Вообще машина практически не едет. Сейчас красный свет, будет зеленый. Я нажимаю, вот. Она вообще не может даже разогнаться. Газует и не едет. Капец, надо срочно ехать на сервис, узнавать, что с машиной. Поехали домой. В холодильничке у меня стоит комбуча. Купили в Костко комбучу. Выпить. Очень классно. Она такая чуть с газами идет. Разные вкусы. Органик. Это 6 штук. Ну, тоже 6. Это было по акции. 6 штучек, по-моему, там $10. Так она дороже стоит. Ну, прикольная. Как раньше гриб выращивали, то тут комбуча продается. Присела я чуть на нее. Она так охлаждает. Летом особенно прикольно. Так, пропускаю его. Бася. Когда жара, то прикольно идет комбуча. Охлаждая так с холодильничка. Комбуча. Less sugar. Малоса. Манго. Пробиотик комбуча. Угу. Она такая с газами. Прикольно. Баська. Вася. У нас тут цветочки уже распустились. Красота. Уже привык, что тут все ходят и здороваются. Только что еду, и дядька, мужик, мексиканец с машиной выходит. И такой мне машет хай. Я ему тоже такая хай. Ой, капец. Уже на это все не реагируешь. Все тут здороваются, как будто все тут соседи, знаете, в каком-то селе. Все друг друга знают. Кстати, дороги не очень. Яма на яме. И это центр города. Ой, классно, я бы сейчас бы под этот, под фонтанчик такой бы встала бы, освежилась. Слышите, как машина гудит? Это я вот так еду. Еду, никак доехать не могу. Уже доехала. Так что все, ты идешь или с собакой гуляешь. Не просто с собакой гуляешь, то понятно, собачники. Вот. А так просто американцы идут, хай, good morning, и все здороваются, все тебе машут. Короче, уже привык к этому всему. Привет, ребята, 10:20, выезжаю гулять с Мэгги. Вчера на сервис никто не поехал, он что-то занят был. Дима, наверное, сегодня поедет. Так что чек по-прежнему горит, восклицательный знак горит. У меня сегодня 3 выгула Мэгги, потом Гус, и потом еду еще одну выгулять Беллу. Вчера тоже заказал. Так что будет что-то интересное, вам покажу. У нас жара.
вообще где-то 35, наверное, сегодня градусов. Главное не обгореть. Кремом с SPF помазала лицо. Тут чуть так максимально закрыла. Жара капец. Минусы работы. В жару гуляешь, в дождь гуляешь, в снег гуляешь, в грозу гуляешь. Ну ничего. Все, давайте. Я поехала. Вон до Мэгги ехать 2,4 мили 12 минут. То есть это такое идеальное расстояние. Хоть я и поставила 8 миль, но это, конечно, так не работает. 2-3 мили до собаки, это вообще как бы 10 минут на машине. Это нормально. Все, поехали. Так, у нас там что-то дует. Короче, машина поломана, будем ремонтировать. Так, мы уже с Мэгги на прогулке. 10 лет ей, как моей Багире. Еле идет. Толстенькая, жарко. Ее хозяйка такая милая. Тут классно, конечно, подстрижено у людей. Всякие туйки. Ее хозяйка сказала, что сегодня очень жарко. Что можно и меньше гулять. Пошли, Мэгги, Мэгги. Вот так я ее тяну, она не хочет идти вообще. Еще в ту сторону вот так ее тяну. О, бежит, 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 бежит. А уже назад, то она уже бежит нормально, потому что уже знает, что домой нужно идти. Вот, тоже с собачкой гуляют. Тоже с собачкой гуляют. Пошли, Мэгги, пошли, моя хорошая, пошли. Пошли, нужно ходить, нужно двигаться. Но сегодня, да, душно. Душно, но хорошо, что деревьев много, можно... Пошли, Мэгги. Пух летает этот. Что можно не под солнцем гулять. Пошли, пошли, пошли. Школа вот так выглядит. Пошли, Мэгги, давай, 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 давай. Школа. Какая-то школа не написана. Или высшая, или... Пошли, давай, 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 давай. Идем. В общем, тянуть ее, конечно, это, блин. Пошли, 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 Мэгги, молодец. Пошли. Так, где ты идешь, Мэгги? Ты что, в школу собралась? Пошли. Детки играют, у них баскетбольное кольцо есть. Пошли, Мэгги, давай, 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 давай. Давай, давай, идем, Мэгги, идем. Идем, идем, идем. На площадке играют. Пошли, пошли. Пошли, пошли, не бойся, пошли. Вон тоже елка классная, высокая. Нравятся вам такие штучки? Так, мы уже погуляли, идем домой. Идет, уже бежит. Домой бежит, жарко. Пошли, надо. Знает свой путь домой. Бежит, ведет меня. Так, на 12 еду уже к гусю. Пошли, пошли, пошли. Так, мы тут уже почти с гусем погуляли. Хоть чуть солнце спряталось, такая жара была. Капец, стараюсь идти под деревьями. Ветер очень подул хоть. Тут мало того, что есть детские садики для собак, так еще я как-то проезжала и видела вообще бассейн для собак. Я, конечно, сайт открыла. Если найду, то покажу здесь. А там собачка гуляет, да? Гус, пошли. Пошли, гус. Да? Ой, ой, ой. Дружбан твой, да?
Дружбан с игрушкой. И, короче, там цены такие, капец. Чтоб собаку отдать, видно, люди отдают не в детский садик собаку, а вот так в бассейн. И все, и там у них водные процедуры. Если найду этот сайт, покажу, какие там цены. Капец, может туда пойти работать. В детском садике уже работала собак выгуливать. Выгуливаю, надо, может, что-то новенькое. Вот. Пока единственное, да, как бы минус, что клиентов только он. Гусы и Мэгги, то, что перед этим гуляла. А так все такое. Когда напишут, тогда идешь с ними гулять. То есть такое все непостоянное. Нужно найти, как самолет летит. Такой круг делает. Видно, не видно. Так, пошли. Не будем. Не будем. Злюка. Пошли. Он какой круг делает. Мы когда в Чикаго приземлялись, то тоже он вот такой делал круг, что капец, так страшно было. А вон эти U-Haul переезды. Все, гусь, пошли. Пошли, гуся, пускай все гуляют. Пошли, идем домой, идем. Вот, так что я говорю, что плохо, что не могу пока найти. Найти бы таких 5, ну ладно, 4 постоянных, которые нужно на постоянной основе. А так такое, кто напишет, тот напишет. Ну еще появился вот этот, завтра пойду гулять в четверг тоже, но ему раз в неделю в четверг. То есть по сути не могу найти, может где-то еще в Фейсбуке дать какое-то объявление, что ищу собак на постоянный выгул. Вот. А так кто напишет, люди машину моют. А так кто напишет. Ай. О, гусь. Все, давай не будем. На, все. Все. Люди. Пошли. Все, гусь. Не хочу, чтобы ты тут с ними. Рад стараться уже. Пошли, не нужны они тебе. Только что шла так. Белки такие вообще тоже. Циркачи. Только что шла она. О, посмотрите. Посмотрите, какой прикол. Сейчас я ближе подойду. Она лежит вот так на дороге. Одна лежит, вторая лежит. И я только что думала, что им, блин, капец. Или машина сбила, или кто. Она себе полежала, побежала. Ложится вот так, лапы вытягивает. Они так или охлаждаются, или что. Я вообще такого не видела. Прикол. Он тоже лежит. Лежит вообще на земле. О, полежала, встала. Я только что так иду с гусем туда, в ту сторону. Белка вот так лежит на дороге. Я думаю, ну все, капец, машина сбила. Да, гус? О, посмотрите. Это вообще пришла поле. Что это такое вообще? Капец, или это они так охлаждаются от жары? И смотрите, и та лежит. Вообще, можно подумать, блин, что все. Все, лапки отъехали. Смотрите, вообще. У-у-у, капец. Гус, вот это вообще. О. Это вообще. Что это у них такое? О, выглядывает. Это там. Что-то у них, короче, какая-то движуха. Еще слышите, как шипят, ругаются? Гуся! Ну, у тебя тут и райончик. Сколько белок. В общем, я уже, как увидела эту белку, уже у меня в голове... Что я с ней буду делать? Ну, короче, капец. У меня как... О, смотрите. Ого, раз, два... Раз, два, три, четыре, пять. Боже, вообще, посмотрите. Блин, движуха. Боже, вообще, посмотрите. Вообще. Не боится, бежит. Гуся, что такое? Хвост только. Гуся.
Короче, у них какая-то движуха. Вообще, как эти, как крысюки бегают. Гусь, пошли домой. Ой, короче, весело. Гуся, подожди, Гуся. Гуся, подожди. Короче, весело. Фух, погодка. Уже, слава богу, чуть-чуть солнышко зашло. Мы идем Гусю заводить домой. Еду. Плохо, что по хайваю не могу ехать. По хайваю 10 минут, а так мне нужно ехать где-то 20-25 минут. Машина плохо едет, еще не дай бог остановится на хайвае, это все. Так что еду такими улицами, не по хайваю, это все дольше. Но ничего. В общем, Дима ездил на сервис, так как и думали, что-то там в батарее полетело. И главное, что будет не новая запчасть, что-то они там будут менять, переставлять. 3 месяца гарантии дают $500. Ну, в общем, вот так работаешь, потом тебе бах, $500. Машина поломалась. Перед этим $300 вот это платили, штраф 170, и то, что вот этой регистрации не было. Короче, только успевай работать. Америка. Все тут дорого.